фестиваль авторської пісні імені Олександра Галича, втретє на батьківщині самого Галича у Дніпрі. На питання «Що, де, коли?» відповідатимуть гості 9 каналу. Це арт-директор фестивалю «Облака» Вікторія Славінська і Олександр Медведенко, теле- і радіоведучий, автор і виконавець своїх пісень, а також найкращий виконавець творів Булата Акуджави. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну, наверное, начнем с вас. В третий раз на фестиваль не надоело, собственно говоря? То есть цепляет по-прежнему? Нет, что вы, конечно, не надоело. Во-первых, такое не может надоесть. Фестиваль это в конечном счете, помимо своего художественного содержания, это еще и возможность встретиться с любимыми людьми, с которыми в силу тех или иных обстоятельств приходится встречаться достаточно редко в жизни. Ну, особенно последнее время, я живу все-таки в другой стране. Так что, нет, конечно, такое не надоедает. Кроме того, Днепр это родной город. Я здесь прожил много лет, здесь учился, здесь женился. Отсюда уезжал когда-то. Так что это знаете, есть в иврите такое выражение «тиюль шурашим». То есть некое путешествие к корням. Вот для меня это путешествие к корням. На ваш взгляд, что необходимо делать для того, чтобы из года в год, собственно говоря, фестиваль был интересен и публике, и вот таким участникам, как вы? Это серьезный вопрос. Конечно, на эту тему можно говорить очень долго. Но мне кажется, если в двух словах, главное делать. Главное делать. Главное делать подобные фестивали. И вы знаете, помимо, вот, примите мои слова абсолютно чисто, да, вот без всякой задней мысли. Мне кажется, что администрация городская делает очень большое дело, очень большое дело. Подобные фестивали, они не просто знакомят публику с определенным видом искусства, они еще и воспитывают публику, которая будет приходить на следующие фестивали. Так что мне кажется, что не надо заморачиваться какими-то суперглобальными идеями, а нужно просто делать. Просто делать. Виктория, ну, насколько я понял, вы тоже почувствовали, что это прелюдия к главной теме нашего разговора. Итак, собственно говоря, как вам удается на протяжении этого времени вот делать то, чтобы это было интересно и публике, и участникам этого фестиваля? Как удается? Первое – это огромная поддержка и инициатива программы «Культурная столица». Без нее ничего бы этого не было, это правда абсолютная. Вот. А само событие – это, конечно, наша команда, и за что огромное ей спасибо, и люди, которые к нам приезжают, гости, которые, каждый из них как бриллиант. Правда, вот каждый из них. И традиционный гость Александр Медведенко, без которого, хочет он или не хочет, но наш фестиваль не обойдется. Вот, ну правда. Потому что лучший исполнитель песен Галича у нас на фестивале. И это просто счастье и радость. Итак, спасибо. 5, 6, 7 октября. Что удалось, вот, собственно говоря, вместить в программу, а что, к сожалению, по каким-то причинам, ну, понятно, что это не поезд, не резиновая составляющая. Итак. Ой, вы знаете, программа очень насыщенная, это правда. Я буквально сегодня расписывала логистику передвижений и поняла, что, вот, не знаю, на вертолете надо. У нас, я скажу глобально, да, у нас каждый день 5, 6, 7 октября по два глобальных таких классных мероприятия. 5 октября. 3 часа дня в 15:00 открытие фестиваля, уже ставшее традицией. Видите, у нас уже третий фестиваль, и у нас уже есть традиции. Итак, открываем мы фестиваль возле дома Александра Галича в 15:00. Между прочим, этот фестиваль посвящен столетию со дня рождения Галича. Вот 19 октября было бы ему 100 лет, представляете? И мы с удовольствием открываем там фестиваль, там будем петь песни, говорить речи, слушать самого Александра Аркадьевича. И вечером этого же дня, в пятницу, в 18:30 в Национальном аэрокосмическом центре у нас будет большой концерт, где мы тоже будем петь Александра Галича песни. И будет
будут разные песни, какой-то перформанс, театр, сатира, юмор, тоже это будет. И не скажу что, но сюрприз будет от Бориса Бурды. Это пятое, а шестое? Это пятое, а шестое. Поскольку все участники и гости фестиваля в этом году размещаются в отеле «Жовтневый», который напротив парка Шевченко, прямо с утра, с 11 утра до 2 часов у нас будут блиц-концерты наших гостей, которых вы нигде не услышите, не то что в Днепре, а может быть даже и в Украине, потому что у нас есть гости из Чехии, из Америки, из Белоруссии, по всей Украине. Очень-очень классные концерты, причем вход бесплатный, что очень важно. Пожалуйста, приходите без всяких ограничений. Вот. А вечером опять концерт в 17:00 в Национальном аэрокосмическом комплексе. И тут уже будет такое скрещение веков, будет современная авторская песня, андеграунд авторской песни, такое что-то необычное, может быть, даже немножко роковое направление. И классика авторской песни, ну, конечно. И Акуджава, и Высоцкий, и Висбор обязательно прозвучат на фестивале авторской песни «Облака». Ну, раз мы уже двигаемся, обозначили пятое и шестое, то логично услышать седьмое. Седьмое. 7 числа в воскресенье в 15:00 в телетеатре напротив планетария у нас будет концерт для детей и родителей. Семейный концерт. Мы будем петь под гитару, мы будем играть с вашими детьми. Мы будем тоже такой вот интерактивный концерт, где у нас, мы называем это, знаете, лучше впасть в детство, чем в маразм. Для детей от 0 до 99 лет у нас с удовольствием поют детские песенки и взрослые, куда они денутся. Вот. А вечером у нас будет литературный вечер в филармонии, в малом зале в 18:00, и к нам приедут очень интересные люди. Это Виктор Шендерович, писатель, и два поэта наших украинских, Александр Кабанов и Борис Херсонский. Вот, кстати, простите, вот, кстати, к вашему вопросу, что делать, да? Вот смотрите, и Галич, и классика, и современная авторская песня с элементами андерграунда, да, и детский концерт. То есть концерт для взрослых и детей. И литературный вечер. Вы видите, какое разнообразие, какой спектр. Понятно, что это работает на публику, причем даже на будущую публику. В этом контексте не могу не спросить ваше отношение и вот в масштабах фестиваля в вопросах воспитания детей. То есть вот, ну, мы же понимаем, что за ними будущее, собственно говоря, да? Смотрите, те ценности, которые проповедует авторская песня, это, в общем, ценности вечные. И в какой-то мере, я не знаю, Вика согласится со мной или нет, думаю, что согласится, что мы с ней, да, хотя мы принадлежим к разным поколениям, мы все равно продукты влияния авторской песни. Да, в значительной степени. То есть мое мировоззрение просто как человека, как личности складывалось на основе тех песен, скажем, того же Акуджавы, того же Галича, которые мы услышали в юном возрасте. Так что это безусловно имеет важнейшее значение. Важнейшее. Не могу не спросить, я знаю, что есть достаточно юная участница, зовут ее Лера, насколько... Лера Лысенко, да. Лысенко, да. Вот удалось ли вам ее уже услышать? Конечно. Вы знаете, я с Лерой знакома по другим фестивалям, и в прошлом году она у нас была. И вот эта удивительная 12-летняя девочка, которая участвовала в «Голосе Украины», она, что называется, с пеленок впитывает материал авторской песни от мамы своей, за что ей огромное спасибо. Вот. И Лера удивительный ребенок, она понимает, о чем она поет. Более того, она уже начала писать свои песни, и она у нас выступит со своими песнями. И это будет очень хорошо, уверяю вас. Главное, что эти дети, они тянутся. У нас есть фестивали в Украине, которые собирают молодежь, вот, прямо вот молодежные программы есть. У нас-то фестиваль не конкурсный, да? Это, наверное, единственный фестиваль авторской песни в Украине, который не конкурсный. У нас немножко другие задачи. Все есть. На вашем фестивале все победители, но не могу не спросить. Достаточно, ну,
такая специфическая личность приедет, Виктор Шендерович, то есть отношение вообще к людям из России сейчас, ну, достаточно настороженное, вопросов нет. Ну, прокомментируйте, почему пал выбор и, собственно говоря, о чем он будет говорить, петь, рассказывать. Все очень просто. Виктор Шендерович очень адекватный писатель, личность, он понимает, что происходит. И у него есть интересные рассказы и истории, связанные с Галичем, что, собственно, он и будет рассказывать на своем вечере, в том числе, не только о Галиче, конечно. Вот. И вы знаете, всех людей, которых мы приглашали из России на предыдущие фестивали и приглашаем сейчас, у нас совершенно нет никаких сомнений в том, что они настроены дружелюбно или хотя бы хотят разобраться, что уже очень важно. В России есть немало порядочных людей. О, да. Не спорю. Александр и Виктория, приглашайте. Приглашаем на фестиваль авторской песни «Облака» 5, 6, 7 октября. Вся программа в подробностях, с мелочами написана у нас и освещена на нашем сайте dneproblaka.com.ua. Страничка на Фейсбуке, есть канал на Ютьюбе. Присоединяйтесь к нам, будете узнавать наши все последние новости. Запрошу ему. Ну, мабуть, останнє питання тоді до української. Чому потрібно відвідати цей фестиваль? Саме до вас питання, Олександр. Тому що це інтересно. Цікаво. Цікаво. І ви були дуже цікавими гостями. А можна я скажу? Так, будь ласка. Нужно этот фестиваль прийти самим, да еще и детей привезти. По одной простой причине. Если вас интересует, в какой стране будете жить вы и ваши дети, об этом нужно заботиться уже сейчас. И вкладывать им в душу и в головы простые ценности, которые важны. Спасибо, что оказались у нас в гостях. И желаю, чтобы ваш фестиваль прошел на все 100. Спасибо. Спасибо. Дякую нашим гостям. Нагадаю, спілкувалися ми з арт-директоркою фестивалю «Облака» Вікторією Славінською та телерадіоведучим Олександром Медведенком. Говорили про фестиваль авторської пісні імені Олександра Галича.